Фонд «Ульяновск. Культурная столица» занимается с 2012 года развитием креативных пространств в Ульяновской области. И в 2019 году мы захотели еще масштабировать этот опыт и вот совместно с правительством Ульяновской области попробовали запустить сеть таких креативных пространств в малых городах и селах Ульяновской области. Третье место – это вообще концепция, первое место – это дом, второе место – это работа либо учеба, а третье место – это что-то между этим пространством. И, соответственно, основное содержание, что там должно происходить, я сразу говорил, что я не знаю, я здесь у вас не живу, поэтому моя задача, наоборот, помочь вам сформулировать, что для вас вот это креативное пространство, вот третье место. Открыть такое креативное пространство возникло у нашей активной команды активных жителей. Мы обратились в фонд с этим вопросом, нас поддержали, и мы готовились почти полгода к открытию. Мы прошли несколько курсов обучения. Основной тезис в этом образовании было вовлечение жителей, как сделать так, чтобы местные жители сами могли проявить активность, в чем-то участвовали. Для нас это дало большой толчок, и воспользуясь вот этими методиками, мы, в принципе, реализовали, открыли третье место, и вся деятельность основана нашего креативного пространства на вот этом, на работе с местными жителями. Мы их спрашиваем, что они хотят, может быть, какие-то проекты создать. Мы помогаем их реализовать. Мы работаем со всеми слоями населения. У нас в каждом из слоев населения есть свой человек, который до них спокойно, легко доносит ту или иную нашу информацию. А наше третье место, именно третье место Теренги, выбрало для себя несколько направлений деятельности. Одно из них – это работа с ребятами, старшие классы, так как у нас нет студентов, у нас нет СУЗов. И работа с работающим населением, то есть работоспособного возраста, и плюс серебряные даже, люди серебряного возраста. Именно они были инициаторами открытия творческой студии творческого развития «Берегиня», который у нас действует и зарекомендовал себя очень с положительной стороны. Мы организовались просто, вот у Саши здесь хорошо появилось это пространство креативное, и мы здесь свое местечко тоже нашли. Собираемся по вечерам, раз в неделю примерно, и творим, что-то шьем, что-то делаем. До этого как-то не было, все разрознено, и, в принципе, собраться вот так вот было негде. То есть это здесь, вот это вот очень большая удача, что у нас сейчас есть такое место. Ну, планов, конечно, много. Мы сейчас с вами находимся вот в будущем летнем дворике. Мы хотели бы создать вот эту летнюю площадку также для проведения наших творческих мероприятий, всевозможных. Рады всегда открытым идеям других людей. То есть прежде всего, креативное пространство, оно для людей. Соответственно, мы в каждом нашем прямом эфире, в каждом нашем мероприятии, интервью, мы призываем людей высказываться, как они видят ту же самую эту площадку, либо какое мероприятие им интересно было посетить в креативном пространстве, либо чем заниматься там. Мы хотим не только создать внутрисетевое партнерство, чтобы ребята и все эти центры общались между собой, но и привлечь партнеров для сети. Фонд «Ульяновск. Культурная столица» привлекает не только партнеров, но и инвестиции. Одним из таких партнеров является благотворительный фонд Владимира Потанина.